Здоровки, Амиго! Рад приветствовать тебя на канале Амигон, и сегодня у нас реакция на SCP-4182. Нет никакой зоны 5. Погнали посмотрим. SCP-4182. Нет никакой зоны 5. Объект номер SCP-4182. Класс объекта Кетр. Особые условия содержания. Сетевой бот фонда I.O. Silver занимается анализом серверов INT SCP-FN на наличие файлов, подверженных воздействию SCP-4182. Данные файлы следует изолировать, а также о них необходимо сообщать администратору сервера при исполнении обязанностей для того, чтобы их проверили и обеззаразили. Сотрудникам фонда следует напомнить о том, что зоны 5 не существует. Описание. SCP-4182 – это явление, которое воздействует на внутренние документы фонда, из-за чего в них периодически вносятся изменения для того, чтобы сделать ссылку на несуществующую зону 5. Пока не ясно, каким образом возникает это явление. Изображения зоны 5 противоречат друг другу, но, как правило, на них изображен искусственный остров, возведенный для хранения опасных материалов и аномальных отходов. В частности, с момента обнаружения аномалии в 2018 году распространенность возникновения SCP-4182 растет стремительными темпами. SCP-4182. Нет никакой зоны 5. Особые условия содержания. Сотрудники должны сотрудничать с морскими силами самообороны Японии и другими военно-морскими и авиационными силами для обеспечения соблюдения режима запретной зоны в радиусе 10 километров вокруг SCP-4182. Доступ к объекту строго запрещен. Сетевой бот фонда I.O. Silver занимается анализом серверов INT SCP-FN на наличие файлов, подверженных воздействию SCP-4182. Данные файлы следует изолировать, а также о них необходимо сообщать администратору сервера при исполнении обязанностей для того, чтобы их проверили и обеззаразили. Сотрудникам фонда следует напомнить о том, что зоны 5 не существует. Описание. SCP-4182 – это искусственный остров площадью 6.4 гектара или 16 акров, находящийся в 75 километрах к югу от Иппонасуги, Япония. Несмотря на то, что отчеты о строительстве острова отсутствует, его конфигурация свидетельствует о том, что он был построен в какой-то момент начала 20 века, как учреждение для локализации отходов. Документы фонда периодически определяют SCP-4182 как несуществующую зону 5. Пока не ясно, каким образом возникает это явление. Все сооружения, находящиеся на SCP-4182, были обнаружены запечатанными укрепленными акриловыми пластинами. Дальнейшие попытки снятия этих плит или изучения внутренних частей данных сооружений не должны предприниматься. С момента обнаружения аномалии в 2014 году распространенность возникновения SCP-4182 существенно возрастает. Так. Блин, гребаная жуть. SCP-4182. Нет никакой зоны 5. Особые условия содержания. Сотрудники должны сотрудничать с морскими силами самообороны Японии и другими военно-морскими и авиационными силами для обеспечения соблюдения режима запретной зоны в радиусе 25 километров вокруг SCP-4182. Все входы и окна, через которые можно попасть внутрь сооружений, находящихся на SCP-4182, наглухо заварены многослойными акриловыми панелями на стальном каркасе, экранирующими их от всех видов радиационного излучения. Доступ к объекту строго запрещен. Сетевой бот фонда I.O. Silver занимается анализом серверов INT SCP-FN на наличие файлов, подверженных воздействию SCP-4182. Данные файлы следует изолировать, а также о них необходимо сообщить администратору сервера при исполнении обязанностей для того, чтобы их проверили и обеззаразили. Сотрудникам фонда следует напомнить о том, что зоны 5 не существует. Описание.
Внимание! SCP-4182 — это искусственный остров площадью 6.4 гектара или 16 акров, находящийся в 75 километрах к югу Ипанасуги, Япония. Несмотря на то, что отчеты о строительстве острова отсутствуют, его конфигурация свидетельствует о том, что он был построен в какой-то момент в начале 20 века, как учреждение для локализации отходов. Документы фонда периодически определяют SCP-4182 как несуществующую зону 5, пока не ясно, каким образом возникает это явление. В нескольких сооружениях, находящихся на SCP-4182, на данный момент запечатанных, находились лестничные пролеты, залитые бетоном. Экскавация этих лестничных пролетов привела к обнаружению огромного подземного комплекса, расположенного под SCP-4182. Я в такое место бы точно не попёрся бы, ну его нафиг. В котором содержится... Дальнейшие экскавационные работы не должны проводиться. С момента обнаружения аномалии в 2001 году распространенность возникновения SCP-4182 значительно возрастает. Зачем ты туда идешь? Зачем? SCP-4182. Нет такой зоны 5. Объект номер SCP-4182. Зачем туда идти? Зачем, скажи? 4182. Класс объекта Кетр. Особые условия содержания. Сотрудники должны сотрудничать с морскими силами самообороны Японии и другими военно-морскими и авиационными силами для обеспечения соблюдения режима запретной зоны в радиусе 50 км вокруг SCP-4182. Все лестничные пролеты, ведущие в подкомплекс SCP-4182, должны быть залиты бетонной смесью, состоящей из цемента воды и агрегатов тяжелых бетонов, обеспечивающих дополнительную радиационную защиту. Приблизительно на 2 метра. Доступ к объекту строго запрещен. Сетевой бот фонда Айус Сильвер занимается анализом серверов INT-SCP-FN на наличие правок, внесенных сотрудниками, подверженными воздействию SCP-4182. Сотрудников, которые вносили правки, будучи подверженными воздействию объекта, следует изолировать, а также о них необходимо сообщать агентам фонда при исполнении обязанностей для того, чтобы их проверили и обеззаразили. Сотрудникам фонда следует напомнить о том, что зоны 5 не существует. Описание. SCP-4182 это искусственный остров площадью 6.4 гектара или 16 акров, находящийся в километров к от. Несмотря на то, что отчеты о строительстве острова отсутствуют, его конфигурация свидетельствует о том, что он был построен в какой-то момент начала 20 века как учреждение для локализации отходов. Сотрудники фонда периодически определяют SCP-4182 как несуществующую зону 5, пока не ясно, каким образом возникает это явление. Сотрудники, подверженные воздействию... Она как бы есть, но ее как бы нет. SCP-4182 спускаются по одному из нескольких лестничных пролетов, попадая в огромный подземный комплекс, в котором содержится. Несмотря на обширные сейсмологические и радиометрические обследования, глубина, на которой находится данный комплекс, все еще не определена. Однако известно, что она превышает несколько километров. В 1989 году была проведена медицинская экспертиза нескольких сотен тел, извлеченных из SCP-4182. Приблизительно в 75% случаев внутренняя морфология тел указывала на наличие незначительных или существенных отклонений от норм топографической анатомии, которые, как правило, были сосредоточены в центральной нервной системе. Наиболее распространенной причиной смерти было внутримозговое кровоизлияние, вызванное резким наступлением колликвиационного некроза в мозге. Дальнейшие экспертизы данных тел не должны проводиться. С момента обнаружения аномалии в 1986 году распространенность возникновения SCP-4182 возрастает.
SCP-4182. Нет никакой зоны 5. Особые условия содержания. Сетевой бот фонда I.O. Silver занимается анализом серверов int SCP-FN на наличие упоминаний зоны 5. Файлы, в которых упоминаются зоны 5, следует изолировать, а также о них необходимо сообщать администратору сервера при исполнении обязанностей для внесения в них изменений. Описание. SCP-4182 представляло собой явление, которое воздействовало на внутренние документы фонда, из-за чего в них периодически вносились изменения для того, чтобы сделать ссылку на несуществующие зоны 5. Изначально это явление было принято за аномалию, однако впоследствии было установлено, что оно возникло из-за непредусмотренного исключения в исходном коде серверов int SCP-FN. По состоянию на 2019 год данная ошибка была исправлена. В настоящее время SCP-4182 классифицирован как обоснованный. Одно новое сообщение от Д. Дэвиса. Тема «Они лгут». Сообщение. Она существует. Там и встретимся. Ладно. Ладно, хорошо. Достаточно любопытненько. Что ж, ребята, ребятушки, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.